едем в кафе. Ну, фарш. Фарша. Фарша. Фарша, кафе. Ну, как, похоже на слово фарш. Угу. Ну, сейчас поймаем такси, поедем. Угу. Опа. Красотка готова? Да. Ну что, мы сели в такси. Да. Едем со вчерашним таксистом, с которым катались. Уже вечер. Который... Танцуешь?
Все, мы покушали, перекусили, попили коктейли, $43. Да, 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 да. Все, мы едем дальше. Купил вот такие штучки. Да, мы в манго-маркете закупились. И сейчас еще купим микс из морепродуктов. С собой возьмем, дома скушаем. Да? Вот такой микс мы будем брать. Папа, ты мне купил вот это? Да, пошли. Чек, я вошли. Чек, чек, Денис. Дай чек. Куда ты взял? Вот. Наш микс уже собирают. Что, мы креветочки наши взяли, едем в номер кушать. А мне чипсы. Как у всякого кушаешь, да? Anyone can stay there. Я вот там скушаю. Давай, Анита, кушать. Давай, покушаем. Потом уже надо идти и собирать все вещи. Да? Итак, давайте посмотрим, что у нас там в нашем миксе. Два лоточка, две лепешки. Смотри, чтобы лепешки не выпали. Две египетские лепешки. Лепешки на полу. Там потекло. Как свети, там миди должны быть еще. А, креветки, вот креветки отдельно. Креветки вот эти. Вот они. За все мы заплатили $12. И кальмары. Покажи. Ну, много. Ну да. Съедим. Пробуй. Что какие-то? Маленькие. А потому что они в тепле стояли. Аж еще пар идет. Надо салфетки взять. Надо пробовать. Ну как? Миди? Вот не миди, такие ракушки. Ракушки? Сиди. Что там есть из нее? Так, можно? Вкусно. Лимончиком сбрызнуть. Не уже с лимоном вроде бы. А что в этом есть? В маленьком грабике, потому что нету мяса. Щупальцы вот эти вот. Тут есть мясо. Вот и закончился наш последний день в прекрасном городе Шарм-эль-Шейхе в Египте. Мы будем собираться, ложиться спать. А завтра улетаем. Всем пока!